И вот с вами опять Грифер Крипер, и мы продолжаем прохождение этой карты. Ой, ой! Чё за карта, если честно, какая-то странная. Как нам надо будет вот так пройти? Нет, пошел вон, Колянчик. Ты уже достал, если честно. Все. Ну давай. Все, пошел вон, Колян. Учитесь проходить паркуры. Вот так, все. Вот так вот. Опа. Все отлично прошли. Кстати, это вообще, я думал, будет какая-то крутенькая карта, а это обычная паркур-карта. Ну, правда, со всякими там улучшениями. О! А ну, это твоя карта. Ууу, ребята, ну вот. Наверняка нам не надо было сюда падать, хотя не. Другого выхода не было. Или нет? А, ладно, все понятно, ребят. Надо совершить наш любимый прыжок. Вот все, теперь отлично. Ну-ка, скроем это все и пойдем вон туда, наверное. Кстати, для чего нам шляпа нужна? Ну, наверное, какие-то враги еще на этой карте будут. Поднимемся вон туда. Вот так вот будет быстрее без медленного падения. Хотя нет, с медленным падением быстрее все-таки. И что теперь? Эти стрелочки, они, конечно, помогают играть. И тут всякие человеки, одним словом. Ну, они, видимо, ничего не умеют делать. Так, пойдем проверим, что здесь надо будет делать. Войти в эту дверь, говорят. Ну, и здесь опять паркур. Так. Ну, ребят, как вы знаете, я отлично прохожу паркур. Тут по невидимым блокам, что ли? Или что? Или что, ребят, может вот так надо будет сделать? Да, похоже, скорее всего, вот так. Потом вот так. И здесь я попробую уже сам пройти. Все, это будет последнее читерство. Или нет? Ну, я, короче, не знаю, наверное, нет. Конечно. Да, видимо, нет, потому что тут никак по-другому сыграть. Хотя нет, тут можно вот так вот сделать. И вот так вот. Опа. А, я понял, похоже. Вот сюда надо будет прыгнуть. Вот так вот. Ву, это не читерство, ребят. Это всего лишь читерство. Ха-ха. Так. Ну, потому что... Все. F3D. Вот так, все. Видите, как я отлично прохожу паркуры. Что здесь? Карты. Отлично, мне не нужны ваши карты. Нам, походу, надо будет дальше пройти. А как это сделать? А, ребят, я вам карту испортил. Вот так все. Вот так. Так. Походу, тут будет неправильный участок, мы его должны будем правильно поставить, или нет? Нет, ребят. Не так. Далеко не так. Зато мы можем сделать вот так. Но это нам ни капельки не помогает. Да, все ясно, ребят. Здесь, походу, вот так надо будет сделать. И вот так. Короче, ребят, лучше я вернусь к гриферству, а не к паркурам. Я, если честно, это не мой вкус. Паркуры. Я как-то их, конечно, слишком легко прохожу. Видите? Это вообще легко. А как здесь? Мы же разобьемся, нет? Оп. А у меня же есть эта вот штука. Так. И здесь что? Здесь ничего. В принципе, чувак. В смысле, ты что хочешь? Хочешь поболтать? Ладно, ребят. А, знаете, ребят? Что мне надо будет сделать? Да, походу это зеркало. Вот так, стрим. Эффект. Не бойтесь, это всего лишь просто. Пропишу, чтобы узнать, сколько игроков играет у меня. Jump boost. Так, чё, ребят? Куда нам надо будет дальше идти? Походу, вот туда. Кстати, зеркало не отстает. Я-то думал, оно будет отставать. Оказывается, ты правда самое крутое зеркало.
Ладно, пойдем вон туда. Ребят, это не читы, вы чё? Это всего лишь как какая-то способность мне далась странная. Интересно, откуда она? Оп. И что теперь? В зеркало. А ее не получается снять. Ну ладно. Давайте-ка пойдемте вон туда. Наверное, нам надо будет этот барьерный лабиринт пройти. А-а-а, все понял. Просто здесь как бы мы проходим то, что проходит он. Да, все понятно. И получается, нам надо будет зайти вон туда. А, и все, типа, да? Он скрылся в темноте. Что здесь? Здесь ничего. Ладно, ребята. Давайте-ка быстренько пройдем и уже посмотрим, наверное, что будет в конце. Он куда-то идет, и что будет? Я уже вижу, он с кем-то встретится, да? Короче, он ему что-то говорит. Ничего не слышно. А. Вот что он говорил мне. Я типа телепортировался. Ждите продолжения и эпизод. Вы прошли эпизод 2. Да, и что, все? Ну, похоже, все. Да, всем пока, ребята. Спасибо за то, что вы были на этом смотрели это видео. И еще раз скажу, всем пока.